Для 300 лучших управленцев, которые попали в заключительный этап, сейчас начинается напряженная борьба за главный приз. 100 победителей получат год личных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Как отметил Сергей Кириенко во время своего выступления, главное качество лидера – не сдаваться при, казалось бы, непреодолимых препятствиях. Что и доказали те, кто прошел в финал кадрового конкурса. Для того, чтобы попасть сегодня в этот зал, каждый из вас должен был стать лучшим из 750 квалифицированных управленцев. И я вас хочу поздравить с тем, что то, что вы прошли в финал конкурса, это уже большая и заслуженная победа. А это, напомню, уже означает, что каждый из участников финала уже получает 1 миллион рублей на любую по вашему выбору программу повышения квалификации, обучения в любом российском учебном заведении. Но, знаете, наверное, самое главное здесь, что вы совершили уже очень важную победу внутри самого себя, над своими страхами, над своей неуверенностью или своей ленью. И вот эту победу вы точно совершили. В свою очередь, глава Кубани акцентировал, что конкурс «Лидеры России» – самый востребованный и популярный кадровый проект страны. И он показывает, насколько талантливо, амбициозно и ответственно сегодня молодежь. Для нас, для губернаторов, это вот та возможность найти тот кадровый потенциал, который будет делать сегодня экономику регионов, жизнь сегодня и завтра. Это принципиально важно. Не ошибиться в самом главном составляющем успехе – это кадрах. И сегодня настоящий конкурс позволяет нам находить вот те кадровые решения, которые еще вчера практически было сделать очень и очень сложно. Сегодня у вас есть старт на долгую, длинную дистанцию под названием «Жизнь». И вот, конечно, дальше уже жизненные критерии будут определять, лидерами вы стали на этой жизненной дистанции, либо только на старте. Это все зависит от вас, от ваших возможностей. Друзья, вы нужны сегодня, нужны в регионах, конечно, нужны в рамках всей нашей огромной страны, потому что нам нужны сегодня те, кто умеет мыслить, кто умеет принимать решения, кто умеет работать не на действие, а на результат. Это сегодня те управленцы, которые приведут к экономическому успеху и свои регионы, и в целом страну. В этом году Краснодарский край лидирует по количеству финалистов среди субъектов Южного федерального округа. В заключительном этапе наш регион представляют 8 управленцев. Имена лидеров России будут объявлены 17 марта.